Дорогие участники Третьего международного православного форума, я очень рад всех вас видеть и от сердца приветствую вас. Считаю, что проведение таких форумов является очень важным событием в жизни нашей Церкви и вообще в жизни нашего общества. Потому что православные молодые люди, собираясь в Москве, могут, во-первых, почувствовать локоть друг друга, понять, что молодежное движение в Русской Церкви – это огромное движение. Могут лучше почувствовать и ознакомиться с опытом других. Иначе говоря, форум – это место встречи, место обмена опытом, место учения. И я бы хотел сказать, что место, когда мы обогащаемся и опытом духовным. И поэтому мне бы хотелось сегодня с вами поговорить о тех вещах, которые имеют, конечно, отношение к нашей жизни, но которые имеют отношение к нашей духовной жизни. И вот первые мысли, которые у меня сегодня возникли утром, когда я сел за письменный стол и пожелал и набросать какие-то тезисы своего выступления, эти мысли почему-то остановились на теме счастья. Ну и в самом деле, ведь каждый человек стремится к счастью. Нет такого человека, который бы сказал: для меня эта тема безразлична. Другой разговор, у каждого есть свое собственное понимание счастья. Но стремление к счастью – это общее стремление каждого человека и всего человеческого рода. Ну а теперь вот попытаемся все-таки понять, а что же это такое счастье? Существует множество различных описаний этого явления. Но если мы повнимательнее посмотрим на эти описания, если мы постараемся проанализировать опыт человеческий, то мы поймем, что счастье – это состояние человеческой души. Можно жить во дворце и закончить жизнь самоубийством. И знаем, что такие случаи имеют место. Можно быть очень богатым человеком и быть глубоко несчастным человеком. Мы знаем такие случаи. А я, как пастырь, знаю их очень хорошо. Можно быть даже инвалидом и быть счастливым. И можно быть спортсменом и быть несчастным. Счастье – это то, что является содержанием нашей внутренней духовной жизни. И вот здесь мне хотелось бы вот о чем сказать, что на пути к счастью мы проходим различные этапы своего возрастания, формирования своего мировоззрения. Каждый возраст, каждая историческая эпоха накладывают на формирование этого понятия свой отпечаток. И тем не менее, совершенно очевидно, что счастье наше в какой-то момент зависит от нашего выбора. Нам постоянно приходится сталкиваться с выбором. Выбор профессии, выбор образования, выбор друзей. Но если говорить о самом важном, то речь идет о выборе между добром и злом. Почему так? А потому что счастье и добро – это синонимы. Не может быть человеческого счастья в сожительстве со злом, в сосуществовании со злом, потому что зло разрушает человеческую личность. Зло от дьявола, там, где дьявол, там нету жизни, там смерть. И никакого счастья не может быть в жизни человека, если в этой жизни превалирует зло, если зло господствует над добром. Вот это то, что мы все должны умом и сердцем воспринять.
Не может быть счастья без добра. Это лозунг. Если хотите, это лозунг всей жизни. И поэтому, если кто-то предлагает вам другой путь к счастью, который не включает в себя достижение добра, возрастание в добре, то это ложный путь. Отказывайтесь от него. Не ведитесь на поводу этого соблазна. Ведь мы знаем, как иногда перед молодым человеком рисуют золотые горы, но только говорят, что на пути достижения вот этих всех благ земных тебе нужно сделать одно, другое, третье или четвертое, и путь часто проходит не просто через согласие со злом, через компромисс со злом, но иногда и через соучастие в злых человеческих действиях. Вот это понимание того, что счастье и добро – это почти что синонимы, это очень важная фундаментальная идея, которая должна войти в нашу плоть и кровь. К сожалению, в наше время, и не только в наше последнее время, я бы сказал, в наше вот это новейшее время, особенно в эпоху, которую философы называют эпохой постмодерна, то есть та эпоха, которая пришла на смену веку 19-му, она началась еще во второй половине этого 19 века и расцвела очень пышно в начале века 20-го. Условное, конечно, название, но ведь все условно, в том числе и в определении каких-то исторических этапов. Но вот эта формулировка постмодерна, она дает нам ключ к пониманию особенностей той эпохи, в которой мы живем. Постмодерн – это эпоха сомнений. Это эпоха, которая исключает некие незыблемые авторитеты. Это эпоха, которая полностью концентрирует всю ценностную систему исключительно на человеке. Кстати, началось это, как я уже сказал, гораздо раньше. Вы все хорошо знаете, что была такая эпоха Ренессанса. Что такое Ренессанс? Ренессанс – это возрождение языческой философии, языческой культуры, античных способов выражения художественной мысли, будь то архитектура, живопись, скульптура, это возрождение античности в ее языческом изводе. А в язычестве в центре был человек. Даже боги были человекообразные. Боги жили человеческой жизнью. Они гневались, любили, раздражались, воевали, проливали кровь. Вот это был такой реальный антропоцентризм, когда человек был в центре вообще всей картины мира. И когда мы говорим о Ренессансе, начавшемся в конце 15-го и особенно расцветшего в 16 веке, то мы как раз и говорим о возрождении языческой философии, языческого антропоцентризма. А что же было до этого языческого антропоцентризма, который был подхвачен эпохой Ренессанса, а был теоцентризм. В центре человеческой жизни был Бог. Он был мерилом добра и зла. Он был доминантой человеческой жизни. И мы знаем, что замечательная эпоха Византии, замечательная эпоха духовного возрождения Западной Европы, особенно во второй половине первого тысячелетия, это все связывалось с теоцентризмом. Но приведу вам такой пример. Вы же все знаете, что такое готическая архитектура. Многие путешествуют по миру, по западным странам, видят эти огромные готические соборы. Вот это готический собор, и он отражал идею теоцентризма. Все человеческие силы, все мечты,
Весь полет мысли, все обращалось к Богу, и готический собор, он как бы олицетворял это движение человека к Богу. Но потом наступила эпоха Ренессанса, и вместо готического собора, условно, мы сейчас говорим о Западной Европе, о западной культуре, появились псевдоязыческие, классические здания, которые мы сейчас называем зданиями, построенными в стиле Ренессанса. На самом деле это было возрождение языческой культуры. Так вот, вместе с этим возрождением культуры и Бог ушел из центра человеческой жизни. И снова в этот центр пришел человек. Ну, кто-то может сказать, что ж плохого-то? Как говорил классик, человек, это звучит гордо. Что ж тут слезы-то проливать? Все ради человека, во имя человека. Ну вот в чем проблема-то? Если человек мерило истины, то ведь это не абсолютное мерило. Сколько человеческих умов, столько голов, сколько голов, столько умов. Человеческий авторитет не может быть абсолютным авторитетом, потому что всегда найдется другой авторитет, который с легкостью оспорит то, что говорил предшествующий ему авторитет. И вот тот факт, что именно человек стал снова мерилом истины и привел к тому, что добро и зло стали измеряться исключительно человеческим критерием. А где человек, там относительность. И получилось так, что относительными стали и добро, и зло. И потому именно, что исчез этот абсолютный критерий, божественный критерий истины. А что же дальше? Ну, а дальше, если человек вырабатывает критерии различения добра и зла, то, конечно, он выдумывает свои ценности, он создает свои ценности. И создаваемые человеком ценности, которые очень изменчивы, которые могут быть очень привлекательны в одну эпоху и отвергаться другой эпохой. Вот эти человеческие ценности, они действительно стали исключительным центром человеческой жизни, человеческого бытия. Но ведь человек придумывает, в том числе и ценности, подверстывая их как бы под свои предпочтения, под свои интересы. Если продолжить этот ряд, под свой эгоизм, обслуживает самого себя, в том числе и создавая определенную систему ценностей, которая запечатлевается в политике, в общественной жизни, в личной жизни. И вот здесь возникает очень важная тема, которой необходимо коснуться вот именно в этой молодежной аудитории, возникает тема человеческой свободы. Вот если во всем человеке человеческий эгоизм, и если нет никакого абсолютного критерия истины, то на что начинает работать человеческая фантазия? В первую очередь, движимая эгоизмом, она стремится обеспечить свое собственное благополучие. И создаются ценности, которые находятся под влиянием эгоистических устремлений человека. Ценным становится то, что удобно и приятно для человека. И этот тезис никто не может оспориться. Удобно и приятно. Никто не задумывается, это полезно или вредно.
а каковы последствия вкушения этого удобства и этой приятности. Ну, приведу вам такой пример, который вы все хорошо знаете. У каждого гаджет в кармане. Уже давно известно, что это не безобидная вещь, что через гаджет можно наблюдать за человеком, собирать информацию. Информация эта может храниться, Бог знает где, может быть, очень далеко за пределами нашей страны. И очень многие ученые предупреждают, будьте осторожны, через этот приборчик легко отслеживать вашу жизнь. Скажите, пожалуйста, кого-нибудь остановило это не просто от разумного пользования гаджетом, от такой прекраснодушной болтовни, от того, чтобы посылать в пространство интернета Бог знает какую реакцию, просто полностью раскрывая самого себя, думая, что это будет касаться только тех, кому ты адресуешь свои мысли, свои переживания, свои чувства, всю свою подноготную. Я иногда ради вот такого пасторского интереса перелистываю эти комментарии, которые можно найти в интернете под той или иной темой, под той или иной публикацией, но поражаешься, как человек выворачивает все свое нутро наружу. Такое впечатление, как будто он в исповедальне находится. Куда все это идет? Кто это использует? Нас это не ограничивает. Мы делаем то, что мы хотим делать. Потому что это удобно и приятно. Так вот, через создание ценностей, которые удобны и приятны, очень легко создать систему, способную управлять массами. Это чаще всего происходит тогда, когда люди больше всего говорят о свободе. В наше время свобода – это один из фетишей, один из самых ярких и сильных политических лозунгов. И одновременно современная цивилизация создает средства и способы тотального контроля за человеческой личностью. Но ведь эти средства удобны, приятные, они обеспечивают комфорт. И мы абсолютно, не задумываясь ни о чем, используем все эти средства. Я бы хотел, чтобы вы меня правильно поняли. Я не против того, чтобы пользоваться всеми этими гаджетами, чтобы пользоваться системой интернета, чтобы участвовать в дискуссиях. Я призываю вас к разумности, к разумной сдержанности. Ведь хорошо сказано в Евангелии, не мечите бисер свой пред свиньями, потому что они могут обернуться и растерзать вас. Нужно оставлять свое личное пространство достаточно закрытым в том смысле, чтобы через вторжение в это личное пространство никто не мог нанести вам существенного вреда. Ну и теперь вопрос, а как же во всех этих условиях сохранить свободу? Тотальный контроль может быть обеспечен за человеком, колоссальное влияние моды и других способов формирования общественных вкусов и предпочтений. Об этом написаны целые библиотеки, как формируется мышление масс, как управляются огромные коллективы людей. Существуют такие технологии. Так вот возникает вопрос, ну а как же во всем этом разобраться? И как же вот здесь не потеряться во всех этих закоулках современной жизни, как сохранить свободу? Это очень важный вопрос. Кому-то это может показаться странным, о какой свободе идет речь, я совершенно свободен. Но если вы посмотрите на все факторы, которые влияют на вас и формируют ваше мышление и ваше поведение, то окажется, что эти факторы очень сильно
канализируют вашу жизнь, направляют ее в ту или иную сторону. Вот для того, чтобы быть свободным, что же нужно? Ну и вот замечательные слова находим в Евангелии от Иоанна, в 8 главе. «Познайте истину, и истина сделает вас свободным». И речь идет не о человеческой истине, не о человеческой мудрости, не об очередном изме, не о какой-то философии, идеологии. Речь идет о божественной истине. Многое было разрушено в европейской культуре вот с приходом этого антропоцентризма. Но единственное, что невозможно было разрушить ни тогда, ни в последующее время, ни во времена гонений на церковь нашей страны, невозможно было разрушить доверие людей к Слову Божьему. Евангелие дает нам с вами откровение об истине. Только очень важно, чтобы это откровение не осталось у нас в нашем сознании на уровне каких-то заученных фраз, чтобы оно стало действительно частью нашего мировоззрения, чтобы оно помогало нам в жизни. И Евангелие сделает нас свободными. Оно делает нас свободными. Оно делало нас свободными во времена страшных гонений на церковь. Я застал еще эти времена. И я помню, как деклассированы были верующие люди. Когда, помню, кто-то из священнослужителей, который вроде как даже дружил с моим отцом, узнал, что я собираюсь идти в семинарию, а это было в эпоху хрущевских гонений, этот батюшка совершенно откровенно сказал мне: «Не делай этого, не делай, потому что всему тому, чему ты хочешь служить, может быть, осталось только лет 10 существовать, все закончится». Я не послушал того батюшку и никогда об этом не пожалел. И вот эта способность нашего поколения, предыдущих поколений, только что Соловков вернулся, поколений тех, кто в Соловках отбывал свою страшную каторгу, в том числе и за веру Христову, вот эти люди оставались свободными в условиях внешней несвободы. И я думаю, их подвиг, их страдания, их жизненный пример должен и нас научить тому, чтобы оставаться свободными в условиях внешней свободы. Не отдавать никому свою душу, кроме Бога. Сохранять свою способность критически оценивать все то, что приносит нам сегодня информационный поток. Замечательные слова находим в Евангелии, которые могут нам тоже помочь понять, а как же распорядиться своей свободой. «Все мне позволительно, но не все полезно», говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Нету никаких сдерживающих моментов, нет никаких табу. Все позволительно, но не все полезно. Возможность чего-то достигать не означает, что ты непременно должен достичь. Существование многообразия человеческого опыта не предполагает, что каждый человек все должен на своем опыте испытать. Вот это стремление и желание познавать только то, что тебе нужно, полезно, оно и формирует человеческую мудрость. Господь нас действительно с вами наделил свободой. Я бы сказал так, что наделил, даже ограничив свою собственную свободу. Он ограничил свою собственную свободу, основав этот мир на физических законах. И эти физические законы действуют с непреодолимой силой. Взрываются вулканы, происходят землетрясения. Многие люди говорят: а где же тут Бог? Где Он? Как? Бог в творении. Он пожелал, чтобы мир существовал именно на таких законах. Мы не знаем, почему. Наши мысли не наши мысли. Мои мысли не ваши мысли, говорит Господь. Он так основал мир. Законы работают с непреодолимой силой.
И в каком-то смысле они ограничивают божественную свободу, но это по божественному замыслу. Вот так же и человеческая неправда, и человеческий грех, он тоже как бы ограничивает божественную свободу, потому что Бог не ломает человеческой свободы. Он свою свободу ограничил нашей свободой. Вот почему не следует никогда говорить, а где же Бог? Почему Он это допускает? Он допускает все то, что происходит от действия законов, на которых основан мир, и на действиях человека, которому дана свободная воля. Бог ограничивает себя нашей свободой. И это свидетельство о великой божественной любви. Ведь Господь действительно мог нас создать запрограммированными на добро. Я много раз об этом говорил. Как мы будильник утром ставим, программируем время своего пробуждения, Он так мог запрограммировать весь мир. Он этого не сделал. Он оставил каждого человека свободным. Но эта свобода сопряжена с ответственностью человека за свои деяния. И вот здесь, может быть, самое важное. Видя зло, которое существует в мире, видя несправедливость, которая происходит в человеческом обществе, мы не должны возлагать ответственность за все это на Бога. Но мы с себя не должны снимать ответственность. Человек – венец творения. И Господь нам вручил этот мир. И от того, как мы себя ведем, как мы строим свои отношения, как мы строим отношения друг с другом, с окружающим нас миром, с природой, какова наша гражданская позиция, какова наша позиция перед проблемами, которые присутствуют сегодня в нашей и вообще в человеческой жизни. От этого будет зависеть не только лицо, будущее лицо человеческой цивилизации, от этого будет зависеть и состояние нашей бессмертной души. Потому что если мы миримся со злом, если мы отступаем, если мы идем на компромиссы, то ведь мы совершаем грех. И Бог не корректирует нашу траекторию каким-то вмешательством. Он дает нам возможность по этой нами определяемой траектории пройти весь жизненный путь. Но в конце этого пути Он спросит с нас. И потому от того, как мы живем, как мы мыслим, как мы чувствуем, как мы строим отношения с окружающим миром, зависит счастье здесь, благополучие этого мира и, конечно, то, что ждет нас в вечности. Мы должны помнить, что христианская вера, христианская религия – это религия оптимизма. Почему? Да потому что Господь дал нам, людям земли, великий дар свободы. И чтобы мы его не использовали во зло, Он нас вразумил, Он нам дал Евангелие, Он дал нам руководящие указания к тому, как идти по жизненному пути. И следуя этим божественным предначертаниям, мы действительно можем преобразить свою собственную жизнь и преобразить лик окружающего нас мира. И вот именно к такому шествию по жизненному пути я и призываю всех вас. Идите по жизни спокойно, с верой в Бога, никогда не отказываясь от этой веры. И постарайтесь строить свою жизнь и свое отношение с окружающим вас миром на основании того божественного закона, которому мы научены, через Господа нашего Иисуса Христа. Его благословение пусть пребывает со всеми вами.